В мире есть такие породы собак, которые подойдут ленивым хозяевам. Нет, это не значит, что они сами будут себя выгуливать и мыть лапы. Просто они будут не так требовательны к себе в плане ухода. Времени на то, чтобы привести собаку в порядок, зачастую может занимать много. Особенно, когда время хозяина расписано по часам, то на любимца его и вовсе может не оставаться. Когда, придя с работы, хочется рухнуть на диван и погладить песика, и вместе с ним в обнимку уснуть. Вот именно для таких хозяев были рекомендованы следующие породы собак. Мопсы. Они идеальны для людей, которые ведут пассивный образ жизни. Они идеально впишутся в режим своего хозяева и будут с ним спокойно лежать и спать на диване. Пекинесы. Эта порода собак в принципе не особо активные. Им за глаза будет достаточно прогулки длительностью не более 15-20 минут. Английский мастиф. Собака этой породы по умолчанию мало двигаются. Они могут спокойно лежать возле ног своего хозяина. Немецкий дог. За ним не нужно сильно ухаживать. Они настоящие и верные друзья своему хозяину. И всегда с ним на одной волне. Сен-бернар. Избавит своего хозяина от обязательств в воспитании и уходе. Собака этой породы очень спокойная и терпеливая. Она не любит много бегать и выгуливаться часами. Ей лучше бы полежать. Японский хин. Если вы хотите, чтобы после работы вас кто-то развлек, то собака этой породы с этим справится на ура. Она умеет вытворять забавный выход. Также японского хина можно приучить к справлению нужды на пеленку. Такая порода идеально подходит для содержания в квартире. Чау-чау. Собака хоть и имеет длинную шерсть, но не требует особого ухода. Максимум можно раз в неделю ее расчесать, например, на выходных. Французский бульдог. Собака просто придерживается малоподвижному образу жизни, а их короткая шерсть не требует особого ухода. Сиба-ину. Эта порода собак в уходе также неприхотлива. Они сами по себе небольшие, на коротких лапах, поэтому выгуливать их долго не придется. Они это и не любят. Не любят длинные дистанции. Вопрос к зрителям. Напишите в комментариях, собака какой породы вам больше всего понравилась.